Всем привет, друзья мои! И снова я, Светлана. Сегодня у нас суббота, карантин начался опять, никуда не выходим. И что я сегодня делала, чем занималась? Я сегодня прогенералила всю квартиру так быстро. Вместе с Ашкемом он мне помогал. До телефона вообще не было времени, я 2 дня ничего не делала, ну только так вот по мелочам, а сегодня все как взялась, так везде все перетерла, перемыла, перепопылесосила и занималась я своими делами, отдыхала тоже, чуть-чуть отдыхала, кстати, и мне в Инстаграме одна моя подписчица, моя одноклассница, моя подружка детства написала мне, говорит, а ты попробуй приготовить своему мужу жульен. Думаю, правильно, у меня же есть мясо, у меня же все есть, грибы. С грибами, говорит, и он же, говорит, любит. Вот я, времени не было искать рецепта, и я попросила в Инстаграме написать девочек, там, мальчиков рецепт, ну, не дождавшись их, потому что время поджимало. Я села в YouTube, начала смотреть, и там Google набрала сначала, потом, значит, в YouTube. И... естественно, столько было рецептов, но не могла понять, жульен, почему там нет мяса с курицей. Раньше я в Батуми готовила, а много лет уже не готовила и забыла состав. Думаю, почему грибы, а нет мяса, только с куриным филе, а у меня стейки. Потом, значит, я решила, посмотрела 5 или 6, не встретила с мясом, с картофелем. Да, там картофеля не было, филе и курица. И запекать надо было каких-то так по этих формочках. Но думаю, ну что-то это не то. Я села за компьютер, набрала в Ютубе жульен с картофелем и мясом. И мне уже мясо по-французски точно вспомнила я. И вот сейчас я уже у меня запекается в духовке, слышите, наверное, шумит все, печется. Захотелось мне похозяйничать на кухне, и я приготовила мясо по-французски, а завтра, я думаю, приготовлю уже жульен настоящий с грибами и с курицей. И еще не знаю, как получится, потому что давно не готовила, и, как говорится, первый раз, первый класс. Вот приготовила еще такой вот салат, сейчас я вам покажу. Приготовила салат с белой фасоли. Я 2-3 дня назад ее переварила. Ну, естественно, НДР сказал, что она не годится в выбросе. Ну, как я выброшу? Я решила из нее сделать салат. Как раз заловка нас угощала, но там была фасоль другая. Я добавила лук, немножко болгарского, петрушку, спрызнула лимоном и оливковое масло, соль, перец. Вот такой вышел салат. И еще я делаю для Эндера другой салат. Другой салат выглядит так. Тут у меня болгарский перец, помидоры, лук, петрушка. Сейчас варится брокколи. Ну, а здесь запекается у меня... Ой, а как пахнет! Обалдеть! Вот этот сыр у меня вообще такой красивый, если вы увидите. В общем, покажу вам потом результат. Пока ужин готовится, хотела бы с вами поговорить. Вот вчера читала ваши комментарии, и вот многие из вас так меня жалеют, не знаю. Так разобозлены на моего Ашкема. Ну не, пожалуйста, успокойтесь, он меня не эксплуатирует. Я все это делаю ради своего удовольствия. Я люблю готовить. Меня мама так вырастила и воспитала. Я люблю готовить, за кем-то ухаживать. Поэтому я пошла в медицину. Я там своих больных лелеяла, в каждую дырочку залезла, все почистила, все приводила в порядок. Потому что я медсестра с рождения, родилась таким человеком, что мне нужно за кем-то ухаживать. И это мне совсем не в тяжесть, а в удовольствие. И когда говорят, что мой муж поправился, ну смотрите за своими мужьями, меня устраивает так, как есть. Я поправилась, я похудела. Боже мой, ну почему вы так лезете именно в нашу жизнь? Ведь мы показываем вам нашу жизнь такую, какая есть, естественная, настоящая. То, что меня учат еще, то, что я турецкий не знаю, ну какая вам разница? Я понимаю, я же не на телевидении работаю, не так ли? А я с вами работаю.
А посмотрите другие тоже. Я не хочу никогда кого-то приводить примеры и не буду приводить, потому что я не такой человек. Но знание моего русского, турецкого или грузинского откиньте на задний план, смотрите мою жизнь, какая у меня жизнь интересная, обильная, да, я готовлю, ну а что делать? Люблю покушать, люблю похудеть, люблю и себя помучать диетами, такой я человек. И я прожила много лет, не найдя своего счастья, и всегда мечтала о своей семье, о моей кухне, чтобы я была одна хозяйка, чтобы готовила, что хочу, не по какому-то приказу, это надо приготовить или это, как душа моя. И мой Ашкым мне все это притворил, я хозяйка. Он, сегодня мы начали убирать, он говорит, если не хочешь, говорит, если у тебя есть дело, не надо, оставь это. Я говорю, там шипит уже Жули, наше мясо по-французски. А я говорю, нет, как это оставить? И, а он говорит, ой, что-то там чересчур оно потекло, сок начал течь, и сейчас будет запах. И вот он мне сказал, говорит, оставь, говорит, это ты, не трогай, говорит, сегодня, а когда будет желание, тогда и убери. Вот это мне нравится, но как такого человека не лелеять, не обожать? Так что вы не переживайте, у нас все в порядке, и он меня не эксплуатирует. А я сейчас продолжу заниматься обедом и посмотрю, что там происходит. Шипит, шкварчит. Зато я придумала салат. Добавила кукурузу и брокколи. Обалденный салат. Сейчас брызну лимончиком, оливковым маслом. И будет очень вкусный салат. Какой красивый салат у меня вышел. А это мой. Сейчас ждем, когда мясо дойдет. И будем ужинать. И вам приятного аппетита. Делайте такие красивые, полезные салатики. Благодарю Турцию за все то, что я научилась здесь. И кушать свежие овощи и фрукты. Благодарю Турцию за то, что я здесь научилась, приучила себя к свежим овощам и фруктам. У нас в Грузии огурцы, помидоры имеют свой сезон. Они невкусные зимой, так как приводят в Турцию, не такие вкусные, как сейчас мы покупаем, да. И в основном мы переходили зимой на солености. Ну, солености, вы сами знаете, что они не так полезны, везде там много соли. А эти овощи с таким удовольствием я поедаю. И меня Турция очень изменила. И я стала смотреть на вещи другими глазами. Не все смешивать, а есть определенно что-то. Вот в Турции, например, если есть рыба, то никогда ни мясо не добавят и не перемешают к еде. Это им должен быть с мясом, должен быть какой-то салат, обязательно суп. Если рыба, то салат. Мясо и рыбу они не будут кушать, турки. И если, допустим, есть какой-то обед, то хачапури, там, бюреки они не будут кушать. Могут много разновидностей салата, зелени свежей, ну также и соленых огурчиков, перчика, это можно. А так в основном они, турки, едят правильную еду. Когда я приезжаю в Батуми, у меня все смешивается, потому что мама мне старается всем накормить. И нужно делать всегда много, по 2-3 дня остается эта еда, и мы все кушаем, кушаем. А я благодарю Индеру за то, что я всегда кушаю свежий обед. Ну, может быть, на второй день что-то там покушаем, и все. А в основном у нас всегда свежее. Вот сегодня жулен приготовила, наверное, мы его все съедим, потому что он так выглядит аппетитно. Не жулен. Сегодня я приготовила мясо по-французски, там 2 стейка, и поэтому мы его скушаем сегодня. А завтра я приготовлю жульен. Завтра воскресенье, как-то вот хочется. Ну, а на Старый Новый год, ночь с 13 на 14, что-нибудь придумаем. Если жульен понравится, то мы можем повторить. Так, у меня там и мясо, и все заполнено, овощи уже заканчиваются, но завтра в понедельник я обязательно куплю килограмм этих грибов,
они хорошо очень у нас пошли. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела сказать. Пошли мы ужинать. Такое мясо по-французски у меня получилось. Посмотрим сейчас, какое оно в разрезе. Ну, а так выглядит мясо по-французски. Приятного аппетита! Надеюсь, будет очень вкусным. Вышло обалденное мясо по-французски. Очень и очень вкусно. Если вы захотите его приготовить, привезти, готовлю дома, вы найдете его подробный рецепт. Оно прожаренное мясо. Обалдеть. Салаты пошли все на ура. Все понравилось Ашкуму. Я привыкла медленно кушать после своей диеты, а он уже ушел. Так что делайте, очень вкусно. Приятно удивите своих близких и вашу семью. Ну, а я продолжаю хрустеть. Продолжаю кушать. Никак не закончится у меня. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.